Нет, ты садишься, пока он тебя позовет. Вот туда, вот туда, вот туда, сядь, сядь, сядь. Не, куда-то, его на первую. Да, он на первую, на первую. Или вот сюда, даже цветы на середину ложечки. Да, посередине, да, поближе. Нет, ты сюда. Здравствуйте, дорогие ученики, родители и гости нашего праздника. Мы рады вновь увидеть вас. Во всех школах нашей огромной страны начинается новый учебный год. И все повторяется вновь. Уроки и перемены, будни и каникулы. А сегодня наш праздник, 1 сентября, День знаний. Мы говорим учебе, здравствуй, пришли за знаниями вновь. Сегодня праздник, школьный праздник, встречаем мы учебный год. Полетело лето, как комета, позади незабываемые дни. И опять, как прежде мы с тобою, в утро ранней осени пришли. Никогда не тёк февраль, школа, ты похожа на корабль, бегущий вдаль. Сейчас наша волна у школьной доски, так значит немножко мы все моряки. Нам жажда открыть и знакома, дороги у нас далеки. Чао!
предстоит впервые переступить порог школы и отправиться в увлекательное, интересное путешествие по стране знаний. Первый раз пришел ты в школу, первый раз в первый класс. Все для тебя сегодня ново, все волнует тебя сейчас. Дорогой наш Назарий, знаешь, ты готовился рассказать свои стихи. Ты уже настроился? Которую дает Бог. Если будет та мудрость у вас,
то все эти предметы, которые вы с легкостью будете их преодолевать. Вот там вот написано что-то, ну-ка прочитаю прямо против тебя, что же тебе написано? Не считая посрамления, отвергающему учение. Дальше? Что там? Притчи 13:18. Так. Отвергающий. Как еще раз? Не считай посрамления. Не считай посрамления, отвергающему учение. Так. А ты прочитай, что там написано. Ну, подойди поближе, прочитай, хорошо. Будь скор к слушанию и обдуманно давай ответ. Сираха 5:13. Вот так. Запомните эти слова, наизусть всегда их повторяйте. Обдуманно давайте ответ. Не просто, а ты подумай, кому ты хотел дать ответ, как оно будет это, правильно или неправильно. Огорчишься того, кому дашь ответ или нет. На пользу будет тебе или во вред этот ответ, который ты... Обдуманно подумай это, а потом давай ответ. И то, что есть здесь, вы всегда храните. Потому что то, что сделано, вот это здание, все это было сделано большим трудом, когда ничего не было. Не было у нас ни материалов нельзя было нигде купить, ни средств не было. Но строили помаленьку, собирали где-то и это все сделали. Поэтому вы храните, чтобы вам еще много здесь учиться. Кто-то останется здесь, ваши дети будут здесь учиться. Поэтому храните то, что есть. Лучшего этого навряд ли сегодняшний день можно что-то сделать или добыть. То, что есть, старайтесь сохранять. То есть бережно относитесь к тому, что есть. Вот так вот. Будьте внимательны ко всему. Вот. Имейте почтение, уважение к старшим и особенно к учителям. Мы когда учились, мы считали, что учителя это... как-то необыкновенные люди. Вроде бы они совсем не люди, их откуда-то как-то где-то достают учителя. Такое было отношение у нас к учителям. Представьте, если учительница там скажет, я там отцу расскажу, или отца пригласу, там что угодно, Ульяна Ивановна, да я все сделаю, только не надо, чтобы дядьку вызывали в школу. Что ты там это, что только скажет, и чтобы как-то не послушаться учителя, это было вообще не... невыносимо даже представить нельзя было. То есть у нас такое было как-то, мы как обоготворяли наши учителей, что это необыкновенные люди. И действительно это так. Потому что то, что сегодня казалось бы, что такое там, научиться буковки складывать, умножать, там, вычислять что-то. Ничего, кажется, нет. А потом, когда вы уже взрослее, поступаете в институт, это все. Потом жить пойдете, сами работать. Все это начинается отсюда, вот с первого дня, как на зале сегодня. Отсюда все начинается, будущее у него. Кем он будет? Может, будет каким-то важным человеком, ученым, профессором, академиком, может быть, и прочее каким-то быть. Это все зависит от сначала, как учителя, что преподают. Преподаю. Поэтому будьте внимательны, то, что говорят учителя. Я даже читал, в газетке был репортаж. Корреспондент был в японской школе. И я, говорит, видел, начался урок первоклассника, там 6 лет учится. И я, говорит, увидел, когда учитель зашел в класс и стал говорить, я увидел, говорит, маленьких предпринимательных людей, говорит, которые сидят и внимательно ловят каждое слово учителя, чтобы не пропустить. Где-то что-то. Началась, говорит, перемена, на перемене бегают те же чертенята, говорит. Как это? Балуются, там играются, но начался урок. Это, говорит, муха пролетит, можно услышать. То есть почему? Потому что им родители вкладывают и говорят, что если ты сегодня ничего не добьешься в школе, то ты будешь вот там где-то мусорные ящики вывозить, там подметать, там дворником, больше ты ничего не будешь. И мы видим в Японии, смотри, все важные какие-то достижения там. Техника там, это все идет из Японии были. Первые машины, все на японских машинах ездят. Вот так вот. Старайтесь сегодня не упустить все, что преподают, внимательно к себе это все принимать. Наша мама, она неграмотная была. Она могла только расписаться там и все. Но она всегда говорила, не ученый, говорит, как топор не точеный.
То есть тупым топором ветку не перерубишь. Так и ученый. Он не может на ответить на какие вопросы, как что поступить правильно. Поэтому я и все мы здесь вам желаем этого. Будьте внимательны. Обдуманно давайте ответ. И всегда во всем ищите не своей воли, а волю Божией. Храни вас Бог. Благословение Господне на вас, Бога благодати и человека любим, всегда на непризнен, в веки веков. Аминь. Все, Все. Ну, пойдем.